из нас хоть в жизни раз не проделывал проказ. Я проказ не воспеваю, но одна из них святая. В руки зеркальца берут девочки и мальчики, и рождаются на свет солнечные зайчики. Как же можно их корить за забаву эту и движение тормозить к доброте и свету? Я сердечно вас прошу, девочки и мальчики, украшайте этот мир, запускайте зайчика. Это детская проказа в душу мне запала, а душа, хоть и не сразу, вот что подсказала. Вырастают девочки, вырастают мальчики, вырастают среди них солнечные зайчики. К сожалению, пока редкая порода, солнце скрыто в облаках большей частью года. Но себя я утешаю, одного я точно знаю: превращайтесь в зайчиков, девочки и мальчики. Но себя я утешаю, одного я точно знаю: превращайтесь в зайчиков, девочки и мальчики.